привет, с вами Полли. Сегодня мы поговорим о трех известных фотостоках, и, возможно, вы на них работаете. Если тема фотостоков вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Сегодня я вам расскажу, сколько людей из каких преимущественно стран были на этих фотостоках в прошлом месяце. Сегодня я вам расскажу о таких трех фотостоках, как Deposit Photos, Lori и Pixta. На Deposit Photos была стабильная посещаемость в сентябре, примерно такая же, как в августе, в сумме 23 миллиона 30 тысяч. Средняя продолжительность просмотров 2,5 минуты, 3 страницы за визит. Процент отказов 60%. Россия 13,75, США 12,5%, Бразилия 6,61, Украина 4,78, Мексика 4,26. Сравним с посещаемостью в августе. Россия 13,11, США 12,36, Бразилия чуть больше 7%, Украина 4,6%, Мексика почти 4%. И по странам и по посещаемости на Deposit Photos все стабильно. На Deposit Photos в течение нескольких месяцев уже стабильная посещаемость. На Lori в сентябре был спад посещаемости в сумме 156 тысяч. Средняя продолжительность 4,5 минуты, 5 страниц за визит и почти 50% отказов. Россия 56,47, Украина 37,65, Беларусь 1%, США 0,68, Израиль 0,63. Сравним с посещаемостью в августе. Россия 62,68, Украина 27,59, Турция 1,5%, Беларусь 0,91, Казахстан 0,81%. Мы видим, что вместо Турции и Казахстана появились США и Израиль, но в сумме посещаемость значительно снизилась, и это не очень хороший показатель для фотостока. На Pixta в сентябре была примерно такая же посещаемость, как в августе, даже незначительный рост, в сумме 4 миллиона 430 тысяч. Средняя продолжительность 3 минуты, 3 страницы за визит и процент отказов 57%. Япония 97%, Вьетнам 0,62%, Тайвань 0,41%, США 0,32%, Канада 0,25%. В августе Япония 96,81%, Вьетнам 0,71%, США 0,62%, Тайвань 0,26%, Корея 0,15%. Но мы знаем, что Pixta — это японский фотосток, и около 97% там посетители из Японии. И в сентябре вместо Кореи на пятом месте очутилась Канада. В целом на Pixta все стабильно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы с этими фотостоками и насколько успешно у вас там идут продажи. Всем спасибо за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!